Этим юным персонам уже знаком свет софитов, вспышки фотокамер и восхищенные взгляды зрителей. То, что у них все получается легко и слаженно, не удивляет. К выходу на подиум ребята усердно готовятся, осваивая азы профессии модели в специальной школе. Каждая девушка, девочка должна всегда хорошо выглядеть, держать красиво спину, и не бояться себя выдержать. Чтобы я была всегда красивой, чтобы я знала. Все про моду. Мне нравится быть на сцене. Я уже привыкла. Раньше я боялась, но теперь мне нравится очень. Стать моделью – золотая мечта многих девочек. Вот только сначала вместо дизайнерских платьев придется примерить удобную одежду, подходящую для тренировок. Обучение в школе разностороннее. Из профилирующих предметов – хореография и дефиле. Ребята учатся двигаться под музыку, выполняют упражнения на растяжку. Особое внимание уделяется формированию правильной осанки, легкой и красивой походки и уверенности в себе. Мы не отбираем детей от природы стройных, от природы длинноногих, от природы уже красивых. У нас занимаются все дети. Я считаю, что все дети красивые. И эти занятия их делают еще краше. Мы помогаем просто раскрыться каждому ребенку. На отдельных занятиях юные модели учатся правильно подбирать одежду и аксессуары, создавать различные образы и использовать макияж. Не забыто и о красоте внутренней. С хорошими манерами и чувством такта ребят знакомит преподаватель этикета. Все эти навыки, безусловно, окажутся полезными для детей не только в профессии, но и в обычной жизни. Мы, обучая детей в нашей школе, никогда не говорим, что цель у тебя быть моделью. Мы не ставим таких целей. Цели стать обязательно моделью ни у кого нету. Может, кто-то, будет. Это замечательно. Если не будет, хорошая осанка, красивая улыбка, умение красиво двигаться, красиво себя держать, оно пригодится, по-моему, девочке, девушке в любом возрасте. Не стоит думать, что профессия модели исключительно девичья. Конечно, мальчишек на подиуме значительно меньше, но и они изучают эту профессию с большим удовольствием. И мальчишки есть. У нас замечательные тоже мальчики. И замечательно работают на подиуме, всегда востребованные. Я своими детьми очень довольна. А главное, что довольны сами девчонки и мальчишки. Они не только увлечены процессом обучения, но и общаются, дружат друг с другом, весело проводят время. Как говорит их преподаватель, с каждым новым днем ее ученики становятся лучше, чем были вчера.